привет! Как всегда, я с вами. Кое-кому может не нравиться, что я так всегда говорю, но я с вами. Екатерина Меркушева простила меня. Для разнообразия посмотрите хоть Мэнсона. Ну, откровенно говоря, никогда не слушала и не это. Ну, для разнообразия я с удовольствием смотрю все и для разнообразия. Так что давайте вместе послушаем. Ну, не прочтешь, английского не знаю. Контент какой-то. Глюки.
ну, для разнообразия. Да, другой раз для разнообразия мне подсовывают, что только не подсовывают смотреть. Он очень такой странный клип. Вот музыку я бы слушала. А так вот мне лучше без этой картинки. Вот сама музыка звучит. А так, конечно, очень креативна эта картинка вся. О, много усилий, видно, вложено, много в видео это. О, мне очень сложно с этим всем согласиться, на все это смотреть. О, ну, а вот музыку я бы слушала. Музыка мне понравилась. Песня, музыка. Я не знаю, конечно, о чем оно. Он поет, о чем он поет. Но вот музыка, она завораживает как-то. Вот аж прям вытянул бы. Ну, может, я не до конца его поняла, его идеи, замыслы. Ну, наверное, возраст берет свое. Мне частенько пишут: бабушка, пеки пирожки, куда ты лезешь? А я просто слушаю, о чем, и высказываю то, что я вижу, и что этот... Ну, в другой раз, да. Посмотришь, вот в тренды там попадает, это тихий ужас. Даже понимать не в состоянии. И как это, я понимаю, в тренды должно попасть самое лучшее. А тут, где больше мата, где больше это попадает, картинка более странная. Да, ну а так вот музыка мне понравилась, песня, музыка. Так что пока-пока, до новых встреч. Yeah,